Вот идем мимо того места, где я говорил, голуби узнали. А один, который давно был, прилетает сюда, вот он сидит. Я его иду, сейчас мы с прогулки идем, с Аби. И он сидит, я гляжу, в воздухе переворачивается, садится. Ему нужна голубка, а ее нету. И он вот с этими вот голубями-то и знает, а тут их полно. А он один, как король. Чтоб совсем белый был, такого никогда не встречал. Потому что голубок погубили коты, которые свободно залазили, когда ухаживали без меня за ними. Дверку не прикрыли. И они эти, кто-то, которые голуби-то вылетали, когда коты хозяйничали там, а голубки с места не сойдут. И они всех их пожрали. Я нашел 3 места, где они вытаскивали, где их кромсали. Вот он. Что-то я не пойму, показалось синяя, это отсветка, видать. Ну ничего, я... вот он, весь белый. Такого нету у диких голубей. Сегодня, если я его ночью увезу, то привяжу красное, чтобы видно было. Все. Вот. Сегодня 28 февраля. Мы пришли только с канона Андрея Крицкого. Я скорее растерился, окошки уже закрытые. И вот они у меня здесь. Ну, мира нет. Прямо непрерывно дерутся. Родные, брат, сестра из одного гнезда, один помет. '23 год. Вторник. Считался канон Андрея Крицкого. Игорь Владимирович Дыбунов считал. Это клюют глину, песок и соль. Все свежее. Если немножко раздолбленное от печки отвалилось, им это надо-ка. Ну, здоровенькие, видно. Ну, дерутся прямо отчаянно. И ночью дерутся даже. Спят в темноте и все равно дерутся. Вот это там зелененькая чашка с водой. Она не опрокидывается, хорошая такая. Ну, я днем туда приоткрываю и даю ему 3-4 раза в день даю попоить. Меня не будет, кто за ним будет ухаживать. Нынче он в Потеряевке, хорек залез, это колонок. Было 25, а сейчас штук 5 осталось. Вдохновение мне тут, смотрю, радуюсь. Все. Ну, сколько у меня их-то? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. И там он вверху 2. 8, 9. Одного не видать, улетел, видать, куда-то. И вот этого черного потерялась то ли самка, то ли самец. Куда-то внезапно и сделался. Вот они где. Вот они у меня, как беляши, беляши. 4, 5, 6, 7. Гули, 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 гули. Остались одни, видно, самцы. Вот. Гули, гули, гули. Вот они где. 8. 1, 2, 3, 4, 8. Гули, 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 гули. Видал?
Кот как побежал быстро. Он за, не охотится за ними. Он молодец какой. Ну. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Ну, нет одного десятого. Десятый. Все, пошли. Пока нет дождя, давайте идти. Мы пошли к мосту последний раз сегодня. Завтра уже не как в 6:30 они выезжают. Хотя мы успели подходить. В 6:30 выезжают. Да, конечно, успеют. Они только 9:30 приехать могут. Просто нам раньше надо выйти. И... Видишь, я от дождя надел пиджачок на всякий случай. Вот теперь мы перед тем, как уходить, три поклона всегда кладем. Развязываем все здесь. С молитвой завязывать. О, девятый сослетел к ним. Сейчас я наведу на них. Три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь, девять. А черныша нет. Он один на гнезде сидит, на пустом гнезде. Вон он вылетел. Вот как-то куда-то же делся. Вот он, черныш сидит. Вот 19 мая 23 года я пришел на голубятню с людьми. Любовь Николаевна, сходили к мосту. Голуби все 10. Значит, некоторые одного года 3 не было. И он прилетел, помолились. А черненький улетел, нигде нет. Ну, может быть, уже возраст такой. И черненький такой, это дикарь. Вот он садится, а яйца-то нету. И главное, ни один не съел яйца. Видимо, один сам, сами мужского пола остались. Ой. Вот эту гоняют что-то все время. Видимо, она голубка. Ох, гоняет. Охраняет свое жилище, а гнездо-то, гнездо-то пустое. И ящерки есть у них, тут все есть, поечки. Так, если разбираться. Вот она только светает, он сразу за ней. Вот как хвост распухает, грудь надувает. Это пижон называется, по-английски пиджин, голубь. Ой, они у меня тут как. Ну и чужие прилетают, много съедают зерна. Вот они где. Ну все, голуби. Найдите этого черного, где-то улетел из концов. Я от белых в прошлом году взял и по черных подложил. Они только еще вылезли, а тут опять снесли яйца. Ну, суррогатная мать.